Как же мы быстро начинаем забывать о том, что не болит. Глаза у меня перестали болеть. Я тут засыпала спокойно, просыпалась. А тут прошел, ну, месяца два, наверное, перерывчик сделала. Не пила ни за ты, ни за Константин. Не вижу он больше ничего. Ну, все. Просыпаюсь сегодня с утра, как будто песочек насыпали. Болят, болят. Я сейчас дам себе две дозы, чтобы снять вот это, ну, неприятное ощущение. И потом оставлю по одной. Буду пить. Они помогают ловить светофильтры. Ну, вернее, усиливают. Лютеидекзокстатин помогает как раз организму отсеивать вот эти синие фильтры от телефонов, от мониторов и от всего с того, то, что разрушает глаз. Сейчас две бахну, потому что не хватает. А так тут у нас по одной капсуле положено. И возвращаюсь опять к своим программам по восстановлению зрения. Почему я все время говорю, девочки? Лучше профилактика. Поэтому в нашей группе есть календарь здоровья. Потому что профилактика – это гораздо интереснее, чем вот так потом сидеть и пить эту всю историю на постояночке. Потому что глаза уже ушатал, восстанавливать тяжелее. Так, и что у меня остался? Последний пакетик куба для ножек, для суставчиков. Сустав спустя два месяца у меня уже вот этот не болит. Это классно. Вот. На выходе у нас получается, вот, я выпила два куба, на подходе у меня третий. Я сейчас, наверное, сделаю месяц перерывчика, потом еще его прошу, подумаю еще, как я буду это делать, но сегодня в любом случае выпью. Потому что либо я просто введу лютеин и зоокстантин вот в эту стопочку здоровья, да, к себе, либо надо мне подумать, потому что здесь, видите, у меня витамины и минералы. Здесь у меня еще куб для волос. Естественно, куда же без него. Вот он. Здесь у меня бокс. Как раз куб для волос и нутришн витамины. Вот. Все, что мне надо, у меня тут есть. Ну и лютеин, зоокстантин. Глаза болеть начали. Вот тут теперь мне, видите, надо посидеть и хорошенечко подумать своей головой, что же мы будем делать. Выпивать. В первую очередь выпивать. Вот это все повыпиваем с вами. Поднапрягли меня глаза, которые все-таки напрягаются однозначно. Думала, попроще, подольше хватит. Но, видимо, возраст играет свою роль. Угу.